И начнем выпуск ситуации в Карагандинской области. Там продолжаются поиски пропавших горняков шахты «Казахстанская». Сегодня утром там произошел пожар. Загорелась конвейерная лента. Во время ЧП под землей находились 227 человек. Есть пострадавший. Марина Золотарева расскажет подробности. ЧП произошло в 9:30 утра. На шахте вели план ликвидации аварии. Людей стали экстренно поднимать на поверхность через фланговый ствол. Система позиционирования отработала, подала сигнал каждому работнику на эвакуацию. Поисковая организация участвует 10 отделений. Огневых работ там не было ни по наряду, ни фактически. Причины возгорания будут уже выясняться после тушения пожара. Шахтеры были подняты наверх. 13 шахтеров обратились за медицинской помощью. Спасатели продолжают его поиски. Создан штаб. В больницу госпитализировали 4 горняков. Состояние 2 не вызывает у медиков опасений. Еще 2 проходчика пострадали серьезно. У них тяжелое отравление. Предварительный диагноз отравления, острое ингаляционное отравление шахтными газами, в том числе угарным газом, тяжелой степени, госпитализированы в реанимационное отделение. Аварию устраняют горноспасатели, сотрудники ДЧС. На месте ЧП работают более 40 человек. Работа горноспасателей осложняется сильной задымленностью. По словам специалистов, сначала им предстоит охладить стенки выработки. И только потом они смогут добраться до места самого возгорания. Под землей остаются 5 горняков. Они с утра не выходят на связь. На их поиск брошено 5 отделений горноспасателей. Марина Золотарева, Сайлау Игликов, Зарина Зупыхар, Карагандинская область, Хабар 24.